Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Чапаевский «Луч» второй сезон подряд выиграл золотой кубок турнира дворовых команд «Лето с футбольным мячом». На пути к областному финалу команда чемпионов выиграла всех своих соперников. Сначала в родном городе, потом в районе. Не устояли соперники из Сергиевска и на самарском стадионе «Локомотив». «Луч» выиграл в финале с сухим счетом 3-0. В первом тайме закончился 0-0, и во втором мы забили 3 гола. Первый все-таки, они нас немножко жали, но не забили свой момент, и мы выиграли. Насчет быстрого паса. Дух командный, сплоченность, тактика. Шестой год «Лето с футбольным мячом» поддерживает «Единая Россия». За это время соревнования железнодорожного района областной столицы стали популярны во всех районах и городах Самарской губернии. Футбол играют мальчишки и девчонки. Более 30 тысяч ребят от 11 до 14 лет. Сегодня мы растим молодежь, которая хочет заниматься футболом. Это главное. Без тех мальчишек и девчонок, а у нас уже 3 года проходит соревнование с участием девушек и девочек, играющих в футбол, не будет развития нашего самарского футбола. Мы считаем, что это массовое участие детей, которое приведет к появлению новых звезд самарского футбола. Растет мастерство наших мальчишек, наших футболистов. Они готовятся к этому турниру, и класс игры выше. Главная цель, чтобы как можно больше вот мальчишек и девчонок приучалось к здоровому образу жизни, играли в футбол, и я совершенно уверен, что у них воспоминание об участии в таком турнире останется на всю жизнь. По итогам отборочных этапов в городах и районах области лучшие 24 команды в Самаре разыграли главный трофей турнира «Лето с футбольным мячом». Кубки, медали и индивидуальные призы лучшим игрокам соревнований. Что касается города Самары, то, конечно, популяризация футбола за последние несколько лет очень сильно увеличилось. Наверное, все-таки стимулом послужил и проведение чемпионата мира в нашем городе. Вот. У нас увеличилось число команд, принимающих участие и в чемпионате города. И, естественно, нельзя не сказать о нашем пляжном футболе. В этом году мы реанимировали проведение чемпионата города по пляжному футболу. 4 самарские команды тоже прошли финальную стадию турнира из Куйбышевского и Промышленного районов. Чемпионами они не стали, однако сумели подняться на пьедестал почета. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.